большое спасибо, Виталий. Как вы устали или еще пару песенок выдержите? А? Еще? У нас осталось всего 20 минут до закрытия заведения, так что сейчас я попытаюсь чуть-чуть повеселее что-нибудь сделать. Так, первая песня была «Пиво не вредно», это немножко противоположная такая, называется «Ура». Я бросил пить, ура, друзья, ура! Я бросил пить, поздравьте меня! Я вышел из него, я вышел из него, я вышел из него, запоя моего. Все мы вышли из запоя, или выйдем из него. А иначе коммунизма не построить ни за что. А иначе коммунизма не построить ни за что. Я хочу всем своим друзьям пожелать от всей души выйти из него, выйти из него, выйти из него, запоя своего. Все мы вышли из запоя или выйдем из него. А иначе коммунизма не построить ни за что. Коммунизма не построить ни за что. Я на море не был 5 лет, но вчера бутылки сдал, и мне хватило на билет туда, обратно нет. И поэтому, друзья, поселюсь на море я. Буду я рыбу ловить и по пляжу, и в море ходить. Все мы вышли из запоя, или выйдем из него. А иначе мы и рыбы не наловим ни за что. А иначе мы и рыбы не наловим ни за что. Я хочу всей своей стране пожелать от всей души выйти из него, выйти из него, выйти из него, запоя своего. Все мы вышли из запоя, или выйдем из него. А иначе коммунизма не построить ни за что. А иначе капитализма не построить ни за что. Не достроить ни за что. Такая шуточная песенка, основанная на личном опыте.